Карелии появится особо охраняемая природная территория федерального значения – Национальный парк Ваттавара. Постановление о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Новый национальный парк будет включать в себя три отдельно расположенных природных кластера – горы Ахви, Варгуна, Пира, озеро Пизанец и гора Ваттавара. Общая площадь этих территорий в Муизерском и Медвежегорском муниципальных образованиях составляет более 14 тысяч гектаров. Создание национального парка даст возможность сохранить нетипичные для этих мест притундровые и лесотундровые ландшафты. Это также откроет новые возможности для изучения уникального по своим гидрометрическим параметрам озера Пизанец, которое образовалось в глубоком тектоническом разломе. Работа по созданию новой особо охраняемой природной территории проведена Минприроды России в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология».